поздравляю вас всех с открытием ежегодного уже 9-го фестиваля «Кыргызстан. Страна горных лыж и зимнего туризма». И вы знаете о том, что фестиваль благотворительный. Все деньги, которые будут поступать от нашего фестиваля, сегодня будут уходить детским домам, интернатам. То есть мы будем помогать сегодня детям. Поэтому поздравляю с открытием вас всех. Самое главное не бояться, самое главное дерзать, пробовать все новое, и все всегда получится. Ребята, берите лыжи в прокат, если нету своих, берите сноуборды, пробуйте, у вас получится, вы кайфанете так, как, ну не знаю, ни от чего не кайфовали. Любой спорт — это тема, а такой спорт — это очень крутая тема. Вылазите из своих теплых кресел, пледов, вставайте на лыжи и просто кайфуйте, это ведь так здорово! Спасибо, счастливо! Спасибо.